Томас Андерс, настоящее имя Бернт Вайдунг Баллинг, немецкий поп-певец и композитор, наиболее известен как солист группы Modern Talking. Родился в городке Мюнстер-Майфельд 1 марта 1963 года. Пел в церковном хоре, почти 10 лет брал уроки игры на фортепиано и сам учился играть на гитаре. После окончания школы изучал германистику, немецкий язык и литература и музыковедение в Майнце. В 1980-м стал победителем шоу Михаэля Шанса. В том же году вышел его первый сингл «Джуди». Именно тогда звукозаписывающая компания советует Бернту взять псевдоним Томас Андерс, с которым он выходит на большую сцену. После выпуска сингла Томас с другими молодыми исполнителями совершил 15-дневное турне по Германии. Знакомство в 1982 году с продюсером и композитором Дитером Боленом способствовало карьере Томаса. Их первый совместный сингл «Waffen Traums du Den» достиг 16-го места в немецком хит-параде и разошелся тиражом 30 тысяч экземпляров. Затем следует еще несколько совместных работ на немецком языке и англоязычная композиция «Catch Me, I'm Falling», выпущенная Боленом и Андерсом в качестве проекта «Headliner». В 1984 году Томас и Дитер объединились в дуэт Modern Talking, и в октябре вышел сингл «You're My Heart, You're My Soul», который стал номером один в Европе. Этот сингл продержался полгода в европейских списках популярности. За три последующих года Modern Talking записали 6 альбомов и 9 синглов, 5 из которых были номером один в хит-парадах. Дуэт продал более 42 миллионов звуконосителей, которые получили 40 платиновых и более 200 золотых наград. В 1987-м Modern Talking прекратил свое существование в связи с истечением срока контракта и нежеланием обоих участников его продлевать. Основным заработком Томаса стали гастроли по странам Европы, имевшие большой успех. После распада дуэта в 1987 году Томас сотрудничает с трио Man X, поддерживающим исполнителя во время первого мирового турне, и продюсирует совместно с женой Норой их синглы Waiting So Long и I Believe. Вскоре Андерс в соавторстве с Марком Кассандрой и под руководством Джека Уайта пишет для известного исполнителя Энгельберта Хампердинга композицию I Can Never Let Me Go, которая входит в его самый успешный альбом In Liebe и приносит Энгельберту 4 номинации на Грэмми, Золотой Глобус и Звезду на Бульваре Славы в Голливуде. В 1989 году Андерс выпускает свой первый сольный альбом Different, продюсером и звукорежиссером которого становится Газ Даджан, известный по работам с Дэвидом Боуи и Полом Маккартни. Всего в период с 89 по 97 год Томас записывает 6 сольных альбомов, практически не имевших коммерческого успеха, и принимает участие в двух проектах Chain Reaction и Phantomas, где ему принадлежат вокальные партии. В 90 году Андерс совместно с SBK Music Publishing создает собственное музыкальное издательство Thomas Anders Music. Весной 98 года произошло внезапное возрождение дуэта Modern Talking, распавшегося более 10 лет назад. Томас Андерс и Дитер Болин записывают альбом ремиксов из старых хитов группы Back for Good и вместе отправляются в концертный тур. Однако через 5 лет, в 2003 году, история дуэта вновь прекращается не менее неожиданно. Личная жизнь певца также не стоит на месте. После сделанного на Рождество в 99 году предложения, 15 июля 2000 года в Штромбурге Томас Андерс сочетается браком с Клаудией Хесс. Через 2 года Андерс становится отцом. 27 июня 2002 года у него родился сын Александр Мик Вайдунг. В настоящее время Томас Андерс занят сольным творчеством.